Приветствую вас, дорогие наши зрители. Last Hope Bunker, Zombie Survival. Наконец-то какой-то выживач. Будем биться с зомбарями. Короче, ты просыпаешься в бункере. Земля снаружи превратилась в поле битвы. Опасные твари на каждом шагу. А нам дают шансик. Вот, да. Нам дают все, чтобы выжить, найти лекарства, оружие, убежище. Но самая основная миссия — это найти семью. И, ну и, конечно же, как я и сказал ранее, просто выжить в этом долбанном апокалипсисе. Вот, это хоррор на выживание и приключения экшен. По крайней мере, Steam так это определяет. Есть русский язык, вроде как есть. И игра выходит через 6 дней, 9 апреля 2024 года. Вот так вот. Да, ссылочку оставлю на игру обязательно в описании, а мы начинаем. Так, что у нас settings? Ух ты, ёшкин, но у меня же такого монитора даже нет. Давай так поставим. Потому что хоть 75 герцовка поддерживает, но я не хочу баловаться со всем этим. Так, аудио. Можно убавить немножко здесь звук, потому что он реально бьет мне жестко по ушам. Вот, все, настройки есть. Я думаю, мы разберемся. Я думаю, здесь есть туториал. Какой-никакой, но есть, я думаю. Вот, подсказка. Создать аптечки можно у доктора. Прекрасно. Fucking the virus. The doctor is risk. Это коронавирус. Вирус мутировал всех, ёшкин дрит. В госпитале произошел пиздец. Ток. Будем вежливыми. Это нейронки же, да? Нейросети заставки делают. Так. Поговорить с доктором Зиглер. Так, движение какое у нас? Стандартное получается, клавиши, да? Воу, что это за хренотень? Так, вам можно отключить фонарь? Он, потому что, ну как бы, здесь это все освечивается, оно как бы здесь вообще просто не нужно. F-ка бьет почему-то. Ладно. Так, у нас есть рюкзак. У нас есть надеть. У нас есть карта. У нас есть игра. Ай-ай-ай, как по ушам бьет сильно. Так, ладно, давай пообщаемся. Капитан Андерсон, вы проснулись. Как вы себя чувствуете? Где я? Что случилось? Мэтт. Вы находитесь в заброшенном военном бункере. Мир изменился, капитан. Началась вспышка вируса. Настоящий зомби-апокалипсис. Вы что-нибудь помните? Я помню взрывы, а потом мою дочь я должен найти. Я понимаю, сначала позвольте мне смотреть ваши раны, бункер безопасен, но за его стенами очень опасно. Нам нужен план. Меня не волнует безопасность, мне нужно найти свою дочь, у вас есть какие-нибудь зацепки? Ходят слухи, что недалеко отсюда есть лагерь выживших. Возможно, вы найдете там какую-то информацию, но сначала нужно снаряжение, чтобы выжить. Он отправляет свой сигнал. Вот здесь клиники, клиники, что спрятано. Это место, ага. Так, поговорили все. Это сыт, что ли? Камера, да, получается? Так, получается, ладно, здесь открытие. Двери все открываются? Нет. Так, можно шифтовать, если что. Смотри, две двери. То есть можно выйти как отсюда, так и отсюда, да? А в плане, допустим, Лутецкого, как здесь работает вся система? К чему можно подходить, а к чему нельзя подходить? Ладно, пока, видимо, здесь вообще полноценное ограничение, но у нас на карте отображается восклицательным знаком. Так, это получается, подожди. А, дверь боковая, что ли? Вот здесь? Да, ее даже незаметно. Так, автомат, топор, все подобрал. Смотри, какой я бедолага. Оп. Так, есть прицеливание, да? Получается, он прицеливается. Поговорить с Алекс. Хорошо. Где здесь вход, где здесь дверь? Так, здесь получается тупик. Алекс, здравствуйте. Значит, вы тот капитан, который выжил после взрыва. Вам повезло, мой друг. Меня зовут Алекс. Буду рад помочь вам в вашем путешествии. Вот так вот. Так, взаимно мне сказать, что у вас есть для меня задание. Да, у вас критическая ситуация. Наша башня сегодня... Так, стоп. Я что-то вот не понимаю. Вот эти разнобросы, на самом деле, в плане текста. Объясню немножко. То есть, он говорит, что мне нужно бежать, скорее спасать, искать дочь. Вот. Она говорит, вы не можете просто так выйти, вам нужно взять снаряжение. Возьми снаряжение. Все. То есть теперь мы берем еще и задачу, которая... Ладно.
Я, может, просто тупица, ну да ладно. Так, точка путешествия. Вот это, да, получается, сюда. Так, квест. Ну, давай сюда, получается, переместимся. Здесь уже боевая зона, я так понял, идет. И, соответственно, перейдем. Ага. Бля, ну выглядит неплохо. На самом деле. Только почему-то проскакивают какие-то завесоны, странно. Недооптимизация. Потому что, смотри, стрельба, что прям как, ну... 3060 не справляется совсем, что ли? Обалдеть. Так, а если я поставлю... Просто высокие тени, потому что тени в основном здесь жрут, наверное, скорее всего. Видишь, как сразу бегать стал быстро. Так, перезарядка. Здесь, скорее всего, надо бегать, когда вот это говнецо заканчивается. Хотя он, скорее всего, выглядит... А, нет, на них наступать просто нельзя, я понял. Так, записка. Мой дом был последним убежищем. Хорошо, всякие записки. Смотри, полицейские машины. Так, а что, только полицейские можно смотреть? Патроны для автомата Калашникова модифицированные. Да, сразу, видишь, тени отключил немножко. Просто на высоких. На очень сильных тенях здесь, видимо, я не знаю, что творится. Так, ветошь. У нас есть... Вот это что у нас? Еда или что? Кушать, да, типа, хочет. Угу. Так, кувырки есть, прекрасно. Бля, зомбари такие быстрые. Так, металл. Какая-то хренотень. А сколько у вас тут, ребят? А, используйте состояние здоровья. Так, хорошо. Да у меня пока-то здоровье вроде как есть. Он, кстати, сам подбрасывает. Ну, подходит к нему. Так, подожди. Хорошо. А, это все очень круто, но... Попробуем подвосстановить себя. И немножко хп восстановим. Почему их так много, объясните? Давай, руби его. Их что-то прям очень много, перебор аж. И почему они одинаковые? Это что, как в Fallout и бункера? Все в одних костюмах. Тихо, руби. Давай, стреляй. Смотри, как страшно больно. Да сколько их тут, ну? Капец какой-то прям. Слушай, а может быть они как бы не умирают, они так и будут респавниться, да? Это, скорее всего, точка респавна. Скорее всего, да, так и есть. Так, отключи нахрен фонарь, днем ходишь с фонарем, ну дурак же. У меня патронов нет, да? Весело. В смысле, здесь каждый ящик можно обыскать? А, ну только целый, я понял. Так, фильтр. Здесь все, для калаша вообще патроны кончились у нас. Как хочешь, так и живи. Здесь обхода, получается, вообще никакого нету. Значит, в любом случае нам как бы типа в ту сторону. По 30 урона наносить будем. Так, подожди, опасайся, хорошо. Я уйду, просто не заметь. Давай попробуем просто обойти. Так, металл. Потому что они так и будут появляться. Это, скорее всего, на то расчет как бы и есть. Забор не сломает? Так, присесть можно, да? Попробуем сидя пройти, точнее. Чтоб меня не заметили. По траве же, наверное, не заметят? А, простите, заметили, да?
принципе, пока эти все хилки все есть. Давай вот здесь осмотримся, может, что найдем. Так, записки. Смотри, в каждой, получается, локе есть... Ну, нужно собрать определенное количество записок. Так, хорошо, здесь все проходим. Давай поменяем фильтр. И используем хилку. Патрон для АКМ плюс 30 и патрон для АКМ плюс 30. Отлично, 90 патронов у нас есть. Давай будем аккуратны, теперь не будем тратить все это баллы, или как бы. Я боюсь, что здесь же еще, наверное, какой-то типа босс есть. Так, металл. Ветошь. Слушай, ну в принципе... А, они походу зарождаются вот в этой хренотени. В этих спорах. Так, давай-ка еще раз фильтр используем. Прикинь, они даже это сломали. Интересно, это как бы типа мат какая-то или что? Так, ладно. Здесь прошли, обходим. Руби его нахер. Пока руби, не парься. Так, ну ладно, здесь я сейчас соберу вот так вот. Просто тупо всех перестреляю. Хорошо, эта проблема решена, ладно. Так, давай вот так вот и исследуем здесь. О, пусто, боже ж ты мой, сейчас начнется, наверное, дефицит всего и вся. Опять же, здесь, скорее всего, есть крафт. Мы еще, в принципе, еще не разобрались, да? Так, tab. Что? Для чего это? Использовать F. Для чего использовать X? Использовать так. Боже, вот этот пик, он вообще не нужен был. Пик на всю эту вашу. Прям крыша слетает, на самом деле. Так громко. Так жесток. Опа. Смотри, что. ЖК цены есть, прикинь. Ну ты подожди пока. Да, я тут все заберу сначала, что есть. Может, еще 500 патронов найду. Тупо одни патроны. Ой, тупо одни патроны, микросхема. Все? Все, я выполнил. Думал, наконец, все, ага, тернер. Ну ты как бы это... А, он вообще исчез, хорошо, я понял. Он вообще исчез. Не, ну что, бывает. С одной стороны, я думаю, может и сюда сходить. А почему я эту записку не собрал? Так, ладно, тогда просто обходим. Идем обратно. Так, у нас с вами 11 патронов. Я не знаю, как мы будем выживать. Ну, как-то будем выживать. Выглядит визуально неплохо. Но мне не нравится, что зомбари все одного типа. Вот реально прям одного типа. Так, это получается ТП-шечка, да? Игрок квест. Нам нужно как-то... Так, путешествие недоступно. Нам нужно это все потом туда. Так, мы открыли. То есть, если мы умрем, скорее всего, мы сможем поближе сюда переместиться. Я понял, присесть. Вы завершили, говорит, обучение. Потому что, ну, как-то же можно это, наверное, скрафтить себе, потому что, ну, та же ветошь. Да, это туберкулезники. Так, хилимся. У нас хилок нету. Фильтр херовый. Ищи. Металл. А, сломанная микросхема. Записка.
обыскать. О, 30 патронов есть, прикинь. Только так аккуратно. Автобус можно залутать? Нет, да? Станция, хорошо. От говна. Ну ладно, чё. Я буду Джеком-потрошителем. Так, металл. Я еще ни одну башню не активировал, потому что ни до одной башни не дошел. Хотя, в принципе, та сломанная башня, которая была, она, скорее всего, ее надо было активировать, наверное. Это, конечно, не точно, но все же. Как же все слетает. Перезаряжай. Нету патронов. А как эти... А, корни обходить? Вопрос. Получается, по вот таким штучкам. Не, ну хорошо, что здесь, в принципе, вообще все лутается. То есть везде можно зайти. Так, отсюда не зайдешь, но оттуда можно выйти. Так, а что, а как они хотят? Так, здесь видишь, нету. Так, хорошо, тогда получается весь проход идет отсюда. Через крышу дома. Моего. А, ты тут, а что ли? Я думал, как бы крыша-то прозрачная стала. Фильтра, всякие штуки. Бинт. Так, 22 патрона есть, это уже хорошо. Здравствуйте. Ветошь. Так, всякая хрень. Да хотя бы дай выжить по-братски, прошу. Так, в туалет. А в туалете микросхема. О, боже, что за квартира Пентагона? Так, обыскать, ну-ка. Микросхема. Походу, одни айтишники кругом. Прикиньте, вот так чисто апокалипсис и одни зомби. Айтишники. Не, у меня патронов нету, все получается. Я в жопе. Чисто рукопашка. Одни микросхемы. Ветошь, микросхема. Дайте мне 800 патронов и все. Этот город будет наш. Так, ну бинты это хорошо. Потому что они у нас прям вообще жестко улетают. Так, фильтр. Сломанная микросхема. Еще верхние ящики обыскиваются, прикинь. Тупо вообще все лутается. Все ломается, все лутается. То есть, если ты повторно нажимаешь на что-то, то происходит... А, нет, это только с маленьким предметом. Я думал, ящики, они просто открываются. Я понял. Так, записки. Коробки. Кто-нибудь коробку патронов не оставит, нет? Что за жопа-то? Я понимаю, как бы, ну это, ну надо как-то это. Так, а тут есть что? Целое место, целая дверь открыта. Смотри, а в ту часть как пройти? А, все, я понял, увидел, прошу простить. Так, обыскать. И ни одного патрона не найду, да? А, пустая. О, патрон 30 штук. Хоть что-то в этой жизни. Хоть как-то повезло. Не, ну потому что дальником здесь сами видите, да? Какие приоритеты. На шум и гам прибежали товарищи из Пумизан. Так, ну давай попробуем. Опа, тихо, надо фильтр использовать. Фильтра тоже кончается. Да сколько патронов мимо, ну?
Вот у них, да, машины эти вообще прям должны полностью быть в патронах хотя бы. Раз. Где вот эти башни? Почему они так далеко? Ох, как он головой закачал, видишь? Им-дам-дари-дам-дари-дам-дам-дам, говорит. Вот здесь чисто багажник, я смотреть, патронов насобирать до усрачки. Видишь, как хорошо. Не, ну прекрасно же, да? Так, тут проход есть? Или здесь тоже сплошные тупики? Слушай, а здесь, походу, сплошные тупики. Обход отсюда. Значит, эти башни так и запланированы, что ли, раскиданы? Да просто 20 минут бегаем. Чисто по вот таким... Ну, просто не вижу, я думаю, смысла. Хотя... Ой, прекрасно. Как говорится, круче любого карате, если в кармане 2 ТТ. Так, записка и 2 опять микросхемы. Я не знаю, для чего это, но... Так, первую станцию активировали. Ура! Так, тут что теперь? Так пройти можно, да? Здесь же на это, в принципе, скорее всего, и построено. Да, что не рядом все расположено. Так, патроны. Прекрасно. А здесь ничего нет. Хорошо. Так, давай используем фильтр тогда. И вот здесь вот так попробуем обойти. Я говорю, клаш — это вообще тема. Похеры, зомбы, не зомбы, люди, свиньи, коровы. Все разнесет. Так, а что здесь? Вообще ничего нет, да? Да, это получается на фильтра действует. Давай вот это тоже заберем. Так, а здесь обхода-то нету. Смотри, по-любому наступать, типа, да? Так, тикает, ладно. А все, больше ни хрена тут нету. Ай-яй-яй-яй, ж надо было наступить, ну. Так, это что было? Вторая, третья, третья, да? Так, спускаемся ниже, и получается у нас тупо все. Мне интересно просто, вот эти металлы, вот это все мы собираем. Для чего это все? Может быть, себя апгрейдить, может, оружие. То есть, ну что, как это влияет? То есть, я хочу разобраться. Все-таки у нас первый взгляд, как ни крути. Вау. Еба. Ты прикинь, просто. Так, и чё? Вот у меня остались микросхемы и т.д. и т.п. Ты, получается, бесполезна, и у нас есть вон монтёр. Создание предметов. Из металла можно создать... А, из микросхем можно создать эти. А, ну оружие ближнего боя, да. Патроны можно нахерачить. Модернизированный автомат. Вот у нас АКМ. Модифицированный, модернизированный. ВПшка. Рюкзак, чтобы больше таскать. То есть как это работает в целом. Базовые респираторы, крутые респираторы. Защитные костюмы всякие разные. То есть в принципе есть, да? На что и как тратится. А, ну у нас уже одетый слот инвентаря 6. Так, вот если я, допустим, это все... А это никак не влияет, я понял. Я думаю, смогу разобрать хоть как-то. А внутри здесь лутаться нельзя. Так, а по сути тогда все. Здесь нет именно мотивационной части. Что я подразумеваю под этим? А какого-то определенного развития.
То есть у нас есть все, у нас мы можем снять, раздеть, одеть, противогаз, там все дела покруче купить. Это все круто, это все классно. Но здесь нет именно самого главного. Куда уйти? Во что уйти? То есть игра есть игра, но и выглядит достаточно неплохо, на мой взгляд, именно. Вот. А так мне не хватает именно мотивационной части в плане развития. Хотя бы даже если было пассивное. Получается, мы все это время 20 минут шли, херачили, колбасили и били, и как бы, ну, сами понимаете, толку нет. Вот, можно переместиться сюда теперь, поближе. И рядом у нас якобы есть типа квест. Это нужно обойти сюда. Вроде как я понял. А, я его просто не задействовал. Коробки резнулись, смотрите. Некоторые. И, соответственно, тут остается одна у нас. Это полный обход, пройдя сюда, сюда. Вот, ну, в целом понятно. В целом, именно по визуалу неплохо. Вот это просто меня раздражает, выбешивает. Я не знаю почему, но это прям бесит. Это пик. Ужас просто, аж прям в мозг дает, особенно когда ты если в двух наушниках, я сейчас в одном. Это звук убавлен как бы на наушниках. Ну вот, ну не суть. Вот, в принципе, у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Вот такая вот игра выйдет буквально через недельку. Пишите, что вы думаете об игре. Всем спасибо, всем пока.